Фотограф – это человек, который фотает. С помощью Вайбера. Он фотографирует на фотосессиях профессионально. Фотограф фотографирует людей там. А вот сейчас я знаю, что можете фотографировать, когда на меня видеокамера. Это тот, кто фотографирует. Берет фотоаппарат, либо ставит его вот так и фоткает, либо вот так в руки берет и вот так клац-клац и фоткает. У фотографа нет некрасивых фотошниц. Я могу оскорбить на вас, но я готов вас уже потрескать. Потому что он просто там передвигает там туда-туда-туда, легко направить, приближить. Ну, немножко трудно, потому что надо купить за денежки вот этот фотограф. Надо еще его позвать, можно самим быть. Ну, потому что должно быть все качественно, прям красиво, да? Станьте, чтобы все было реально, как будто бы это на самом деле мы фотку из реальности делали. Ну, одно трудно, что просто перенести камеру потом домой. Фотографом мне сложно быть. Ну, я стану фотографом.